7 февраля в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион. На торги выставят 2 земельных участка для продажи в частную собственность. Один из них находится на 1-й Витебской улице, 68. Начальная цена почти 30 тысяч рублей. Участок предназначен для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Сумма задатка для участия в аукционе – 400 рублей. Аналогичное целевое назначение имеет и земельный участок, расположенный в Костюковке на улице Ореховой в районе дома номер 45. Начальная цена – около 5 500 рублей. Сумма задатка – 300 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в аукционе документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Заявления с приложением документов принимаются предприятием Гомель-Геодез-центр до 5 февраля включительно. Дни приема – понедельник, среда и пятница с 8 утра до 16:30. Адрес: Барыкина, 149. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.